Здравствуйте, мои дорогие! С вами Алика Юрченко, и мы переходим ко второму шагу медитации любви. Этот шаг стоит выполнять только после того, как вы в течение месяца практиковали первый шаг. Вы уже наполнили свое тело до отказа любовью, вы уже исцелили свое тело и душу, и вы уже готовы делиться своей прекрасной энергией любви с окружающими. Если вдруг прошло много времени после ваших регулярных медитаций, или вы где-то просили в эмоции, а кто-то причинил вам душевную боль, не надо переходить к этой медитации, вернитесь к первому шагу. Только после того, как вы добьетесь того, что внутри у вас будет спокойное, комфортное состояние, только после этого можно переходить к этому шагу. Найдите тихое, укромное место. Примите удобное положение. Не перекрещивайте руки или ноги. Вам должно быть уютно и комфортно. Никто и ничто не должен вас отвлекать, чтобы вы могли полностью погрузиться в ваши ощущения и видения. Закройте глаза. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на вашем дыхании. Представляете, как с каждым вдохом теплый, приятный воздух наполняет ваше тело. А с каждым выдохом ваше тело расслабляется и погружается в особое состояние, в котором вам удобно, комфортно, приятно. Так делайте глубокий вдох и плавный, тягучий, размеренный выдох. Еще один вдох и выдох. Почувствуйте, как расслабляется макушка вашей головы. Расслабляется полностью кожа головы, лоб, виски, глаза. Расслабляется нос, расслабляются щеки, расслабляются губы, расслабляется и становится невесомой челюсть. Расслабляется затылок. Расслабляется шея. Расслабляются и становятся невесомыми ваши плечи. Все мысли, все напряжение, всю усталость, все просто растворяется и уходит. Ваши плечи становятся легкими и невесомыми. Волна расслабления спускается ниже. И вы чувствуете, как с каждым вдохом и выдохом расслабление становится ваша грудная клетка. Уходят все зажимы, вся скованность. Расслабляются ваши руки, предплечья, локти, запястья и кисти. Каждый пальчик на руке становится легким и невесомым. Почувствуйте, как расслабляется живот, как расслабляются все внутренние органы. Как расслабляется таз, бедра, расслабляется спина, уходит напряжение из поясницы, расслабляются ягодицы,
расслабление идет дальше, спускается по ногам. Расслабляются колени, расслабляются икры. Расслабляются голени, расслабляются стопы, и каждый пальчик на ноге становится легким и весомым. А теперь загляните внутрь себя, там, где горит ваш огонек любви. Почувствуйте его нежное, приятное, золотистое пламя. А теперь с каждым вдохом он увеличивается, заполняя ваше тело. Вы делаете вдох, и красивый солнечный свет заполняет всю вашу грудную клетку, убирая все лишнее и ненужное, растворяя все, что мешает вам дышать полной грудью. На выдохе представьте, как этот свет становится ярче, насыщеннее, и увеличивается в размерах. Вдох, и прекрасный свет вашей любви наполняет голову, приносит покой и умиротворение. Еще один вдох, и волна тепла и света спускается ниже, заполняя шею, плечи, руки, наполняя каждый пальчик красивым светом вашей божественной любви. Еще один вдох, и вы видите, как свет спускается ниже, заполняя живот, все внутренние органы. Еще один вдох, и вы видите, как этот прекрасный свет наполняет полностью все органы вашего таза, спускаясь ниже, наполняя ягодицы, бедра, колени. Еще один вдох, и вы видите, как этот свет спускается ниже теплой, приятной волной, расслабляя и согревая ваши ноги. И вот теперь все ваше тело наполнено светом. Насладитесь этим состоянием. И сделайте небольшую внутреннюю ревизию. Пройдите внутренним взглядом по всем вашим органам. И посмотрите, все ли ваше тело наполнено любовью. Или где-то есть блоки, которые мешают циркулировать энергии. Если вы увидели, что где-то есть какой-то блок или зажим, направьте туда усиленный поток энергии любви и благодарности, который растворит все лишнее и ненужное. Все ваше тело наполнено любовью. Она течет по вашим венам, заполняя каждую клеточку.
каждая клеточка светится любовью. Вы и есть любовь. Ваше тело переполняется этой прекрасной энергией. Ваши глаза, волосы и кожа светятся любовью. И вы больше не можете сдерживать эту мощную энергию. И вы видите, как она начинает просачиваться через вашу кожу, наполняя вашу ауру. Она струится, 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 свет становится плотнее. И вот вы видите, как вы находитесь в коконе. В коконе из энергии любви. Она окружает вас, обволакивает. Становится плотнее, ярче, чище. И вот уже вся ваша аура наполнена любовью. Насладитесь этим состоянием, как вам хорошо и комфортно. Ощущения радости и эйфории переполняют вас. А теперь, когда вы наполнили свою ауру любовью, представьте, как она просачивается. Идет дальше, наполняя помещение, в котором вы находитесь. Вся ваша комната начинает светиться любовью. Почувствуйте, что любовь окружает вас. Вы отдаете любовь в мир, а мир отвечает вам взаимностью. Вся ваша комната – это пространство вашей любви. Вам уютно и комфортно находиться в этом пространстве. Продолжайте наполнять комнату энергией любви до появления состояния эйфории. Насладитесь этим ощущением. И медленно открывайте глаза. Посмотрите по сторонам с особой любовью. Вы можете выполнять это упражнение
когда вы находитесь на какой-то важной деловой встрече, или когда вы просто хотите подарить больше энергии любви своим родным и близким. Если у вас приболел ребенок или он капризничает, наполните свою ауру энергией любви и просто обнимите его. И вы увидите, какие удивительные перемены произойдут с вашим ребенком. Не спешите выходить за пределы комнаты. Научитесь сначала наполнять комнату. И когда вы уже сможете это делать легко, просто и быстро, можно уже будет переходить к следующему шагу. Поделитесь этой медитацией с теми, кто вам дорог. Подарите им частичку своей любви. И до встречи в следующей медитации.